печь с 14 автоматическими программами, в которой можно приготовить хлеб всего за 1.5 часа. Посмотрим, что представляет из себя хлебопечь от российского бренда «Великие реки», модель «Кума-1». В комплекте с печью идут антипригарная чаша, ухват, мерная чаша, мерная ложка, лопасть для замешивания, руководство по эксплуатации с рецептами и гарантийный талон. Хлебопечь относительно компактная. В ней можно выпекать буханки двух видов – от 550 граммов и до 750. Печь стоит на прорезиненных устойчивых ножках, по бокам в корпусе отверстия для вентиляции. Сверху откидная крышка, под которой прячется съемная антипригарная чаша. В крышке прозрачное окошко, чтобы отслеживать процесс приготовления. Рядом с крышкой находится электронная панель управления. В центре нее дисплей, сверху и снизу световые индикаторы режимов, а по бокам кнопки. С их помощью печь можно включить, отключить, выбрать нужный режим, вес хлеба, цвет корочки или выставить таймер. Всего в устройстве 14 автоматических программ. Есть отдельный режим для выпечки кулича, французского хлеба, кекса, цельнозернового хлеба. Есть даже программа для супербыстрого хлеба. Буханка будет готова за 1.5 часа. Все ингредиенты печка смешивает сама. Помимо хлеба в печке можно готовить варенье, настаивать йогурты. В устройстве можно выставить таймер и даже отложить старт на 15 часов. Чтобы хлеб был горячим к приходу гостей, есть функция подогрева. Эту хлебопечь от Великих Рек оценят любители свежего домашнего хлеба. Благодаря большому количеству автоматических программ можно экспериментировать с выпечкой, а также приготовить джем или йогурт к завтраку. Сама печь замесит все ингредиенты, а значит освободит время под более важные дела.